мы на месте. Но одного орудия мало. Тебе нужно чудо. Сейчас будет. Так. Сперва отстрелю камни, защищающие топливный элемент. Работает! Только поглядите, детишки играют в осаду. Надеюсь, вы не оцарапаете мой вал. Слышите, не позорьтесь, уходите. И оставьте бедную гору в покое. Твой последний шанс, Декоте. Ответь на призыв Хекаро. Ты не понимаешь, это ваш последний шанс. Иди прочь, дикарка, живо. И калеку с собой забери. Ты больше не спрячешься за стеной, Текоте! Придется послушать Хекаро! Нет! Ни за что! Мы ее восстановим! Сейчас же! Вы в безопасности? Вал не может защитить вас от одной пушки! Не говоря уже об армии машин! Единственное спасение для вас — объединиться с вождем против Регалы! Ты сказал, что не пошлешь участников, пока клан в безопасности за этим валом. Придется их послать. Или твое слово ничего не значит? Отправьте. Не расслышал. Отправьте участников. Я надеюсь увидеть цвета небесников на арене. Отлично, шериф. А что будет с поселением? Научиться жить без своей стены. Это лучше, чем жить вдали от племени и быть пешками в глупых интригах Текоты. Но если переживаешь за них, поговори с Герой, духовницей клана. Она подскажет тебе, кому нужна помощь. Да, я попробую. А мне пора в путь. Хикару ждет новостей. Увидимся на Кульруте. Хорошо. Там нам тоже чудо не помешает. Попробую подняться наверх, посмотрю, как они там. И найду духовницу Герру. Можно еще запастись припасами перед возвращением. Пробирает до костей. Не забыли уроки. Старайся не оскорблять тогда, кто расстранится. Хотя меня это позабавило. Какая нелепая акробатика. Это будет блестящим твоим. Это же наш, Гарр, сильный. Ты духовница Герра?
Катало просил узнать, нужна ли тебе помощь. Это был смелый ход, похоронить гордыню Текота под обломками вала. Да я просто... Перестань. Многие в клане с тобой согласны. И шериф Катало не зря прислал тебя. Твоя помощь не помешает. Несколько наших солдат ушли вместе с ним на посольство, наперекор воле Текота. Да. Я помню, Катало пришел последним, и с ним было всего несколько небесников. Когда те солдаты вернулись, Текота отправил их к старой дозорной вышке. К той, что машины отбили у нас. Он приказал отбить ее, раз началась война. И теперь те солдаты там сами по себе. Но вот если они вернутся по зову самой защитницы Хикару, Текота не сможет их снова прогнать. Особенно, если их примет назад их духовница. Отправить солдат домой и насолить этим Текота. Вроде все просто. Твой путь далеко на запад, к морозным водам. Дозорная вышка рядом с водопадом. Найди там Киву, командира отряда. Удачи. Да будет блестящим твой клинок. Мой брат справится. Что тут происходит? Крушительница! Брат Джеки явно собрался покончить с собой. Он сможет взойти, я верю. Навряд ли. Мой брат Пента пройдет подъем десятых и получит отметину. Они должны были уже вернуться, но его все нет. Джека, Литака, на тренировку, живо! Твой брат должен был остаться уборщиком. А ты можешь проверить подъем? Если я уйду, командир меня прибьет. И я не хочу, чтобы кто-нибудь сомневался в моей вере в брата. Она тверда. Конечно. Тропа помечена, не ошибешься. У водопада к западу отсюда. Если буду там, узнаю, что и как. Спасибо. Шевелись, солдат! Иду я, иду. Пенто, пусть все получится. Еще бы не мешалась вся эта броня. Меньше жало, больше движения. Так точно. Странница подала нам пример. Та самая странница, которая покормила Текотта. Говори, что хочешь. Она летала. Да. Болталась. Успел пару раз ударить. Можно узнать, о чем вы спорите? Серива городит чушь. Якобы наша подруга Ферика летала на крыльях десятых. Но она просто вцепилась в того буревестника, чтобы не погибнуть. Тенакт верхом на буревестнике? Она поднялась в воздух. Но верхом — это громко сказано. Ха! Ты признала! Вы говорите так, будто она куда-то пропала. Ну да. Вцепилась в машину, и та утащила ее с собой на вершину горы. Буревестник все кружит над тем пиком. Но Ферику мы больше не видели. Да уж. Вот это судьба. И не говори. Жаль, что до вершины не добраться. Ее броне позавидовал бы любой воин. А теперь она так и сгинет там. Я умелый скалолаз. Конечно. Но если не готова повторить путь Ферики, тебе туда не подняться. Пока что. Ноги ее были над землей. Я могу спрыгнуть с утеса и ноги. Будут над землей, но это же не будет полет. Вот это ветер.
Отметки. Значит, здесь идет испытание скалолаза, о котором говорила Джека. Надо найти ее брата, раз я здесь. Главное не запачкать руки. Это мог раненый. Что случилось? Похоже, она тут главная. Поговорю с ней. Крушительница, если ты пришла посмотреть на подъем, тебе не повезло. Вообще-то я ищу человека по имени Пенто. Пенто? Этот парша еле-еле дышал еще до начала боя. Солдат, придержи язык. О чем он говорит? Парень, которого ты ищешь, застрял на горе вместе с еще двумя. Пенто единственный, кто нарушил традицию и начал восхождение без напарника. У него мало шансов. Но их и изначально было мало. И настоящий Тенакт из него не получится. И что, вы так и будете ждать? Может, позовете помощь? В такую бурю нам никого не найти, даже при желании. Теперь гора позаботится о тех ребятах. Это мы еще посмотрим. Но сперва пара вопросов. Почему все так уверены, что этот Пенто не заберется на гору? Мы — народ воинов. Мы уважаем силу и ловкость. А у Пенто этого нет. И не было. Он с самого детства годился только для уборки. Но ему вздумалось в одиночку пройти самое сложное испытание клана. И ты считаешь, он спятил? Я не люблю это слово. Когда я надела женскую броню, люди думали, что и я спятила. Думаю, Пенто просто хочет проявить себя. Показать всем, на что он способен. Мне это знакомо. Поверь. Но путь на вершину тяжелый без всяких бурь. А что это за подъем такой? Один из самых крутых склонов на землях небесников. Говорят, что десятые взошли на эту гору парами во время войны против машин. С напарниками мы восходим по стопам предтеч, чтобы получить солдатские отметины, и приносим с вершины кровоцвет.
цветок, который растет только там. Но Пента пошел один. И нарушил древнюю традицию. То есть никто не хотел идти с ним? Хотела остановить, но правилами это не запрещено, поэтому я дала уйти. Звучит знакомо. У Нора есть похожий обычай. И со мной тоже никто не пошел. Полагаю, они пожалели. Да. Я попробую взобраться на этот склон и поищу там Пенту. Ты сказала, что пропали еще два скалолаза. Один. Вторая, вон там. Зика! Мы с Рока спускались обратно. Сошла лавина, разделила нас. Ничего не было видно. Кто-то должен туда пойти. Да в такую бурю ты ног своих не разглядишь. У меня хорошее зрение. Я вернусь. Если буря разойдется, я всегда смогу найти скалолазов через визор. Надо идти по отметкам. Они приведут меня к склону. Метки. Я на верном пути. Ты у меня получишь! Похоже, кто-то попал в переделку. Этому Тенакт нужна помощь. Меня заметили! Кто бы ты ни была, спасибо тебе. Ты в порядке? Не совсем. Но жить буду. Твоя напарница сказала, что вы потеряли друг друга в лавине. Напарница? Да. Лавина застала нас врасплох. Унесла меня как ветку. Я решил, мне конец. Но тут кто-то схватил меня и вытащил из снега. Это был Пенту. Рискнул жизнью ради меня. И куда он пошел? Полез на ту скалу. Сказал, что пойдет до конца. Я отговаривал его, но он не слушал. Ты сможешь вернуться сам? Да. Ты же не пойдешь за ним, правда? Иди. Возвращайся к Викатте, пока буря не усилилась. Да прибудут с тобой десятые.
найти Пента, пока он еще жив. Приберегу на потом. Возьму след Пента с помощью Ритера. Наверное, это след Пента. Похоже, лавина уничтожила часть горной тропы. Мне надо на ту сторону. Пропавший солдат полез в ту сторону. Пента прошел тут. А потом тропа обрушилась. Попробую перелететь. Красиво. Получилось. Теперь снова смогу взять след Пента. Прочь с дороги! Надеюсь, это Пента. Похоже, ему не помешает помощь. Ты кто? Я друг! Thank you.
Снег приглушает все звуки. Ты Пенто? Мы знакомы. Я Атвикате. Нужно уходить с этой горы, срочно. Нет, я не могу вернуться ни с чем. Я достану цветок любой ценой. Слушай, я знаю, как это, когда племя смотрит на тебя свысока, но... Тогда ты должна понимать, почему я должен забраться на вершину или умереть здесь. Спасибо. Что ты делаешь? На вершину должны идти двое, правильно? Я буду второй. Тогда иди первый. Тебе надо? Похоже, след ведет сюда. Вот, есть боеприпасы для тебя. Ты знаешь мое имя, а мне твое незнакомо. Элой. Ты точно хочешь связаться с величайшим неудачником Вала, Элой? Я предпочитаю сама составлять мнение о людях. Что это было? Не знаю. Может, просто ветер? Найди. Тупик. От тропы остался только вон тот колышек. Потрясающе! Я свалю это... дерево. Это позволит добраться до горной тропы. Меня уговаривать не придется. Мы сможем допрыгнуть до той горной тропы из дерева. У тебя отличное снаряжение. Спасибо. Пора полазать по скалам. А вот это уже совсем не похоже на шум ветра. Еще чуть-чуть. Готово. Не верится, что мы забрались. Поднимемся.
оружие!
Буря. Она стихает. Ну что? Как твои ощущения? Все просто отлично. Это все изменит. Знаешь, даже если ты вернешься с цветком, они могут и не изменить отношения. Если честно, мне надо было сделать это ради самого себя. Возвращайся. Скажи всем, что я в порядке. А я немного побуду тут. И пойду за тобой. Хорошо. Спасибо. Пожалуй, я могу спуститься быстрее на своем щит-крыле. И видом полюбуюсь. Скоро тропа должна кончиться. Пента где-то рядом. А вот и они. Давай! Пока держится. Вернулась! Элой, ты вернулась одна. Где он? Мой брат. Не смей лить слезы, Джека. Ты теперь сестра настоящего воина. Пенто! Ай! Я совершил подъем и принес тебе кровоцвет. И потому ты вступаешь в наши ряды. Да обретешь ты свой путь на крыльях десятых. Вы издеваетесь, что ли? Он? Солдат? Чушь! Да пусть хоть букет принесет. Мы все знаем, что он способен только чистить сорт... Думаю, мы разобрались. Приложи снег, а то синяк будет. Спасибо, что спас мне жизнь. Может, когда я получу свои отметины, мы сразимся бок о бок. И тогда я верну тебе долг чести. Он милый. Иди, я догоню. Вот, память о нашем восхождении. Пусть десятые одарят тебя победами, Элой.
Еще увидимся, Пенто. Эту машину огонь не берет. Еще одна застава мятежников. Пора узнать, кто у них. Главное, разобраться с ним. Он там, видишь? Меньше слов, проверь лучше. Прикрой-ка мне тыл. Главное не светиться. Никаких следов, по-моему, все в порядке.
Отсюда можно обстреливать всех, кто спускается по горе. И ясно, почему они здесь засели. Ты не представляешь, что я с тобой сделаю! Что там у вас? Не хочу драться на ее уроке. Зря надеешься от меня спрятаться! Ловите чужака! Контакт потерян! Мятежники усилены снаряжение. Видимо, это командир. Oh.
этот мороз пробирает до костей. Жетоны Фанат. Возьму их с собой. Без командира я же отсюда уйду. Но можно разобраться с ними сейчас. В любом случае, здесь я закончила.
Пригодится в бою. Похоже, холод тут бесполезен.